В данном случае можем приступить к демонстрации. Включаем наш примелтор. Мотор у нас будет вращаться, как и говорил, исходя из датчика. В данном случае вращение регулируется вручную на максимальные обороты. В данном случае это 5000. Ну и, соответственно, можно убрать до нуля. Уберем до 1000, 1500. Вот, отключаем данную систему.